Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И сегодняшний ролик я снимаю потому, что в предыдущем, под предыдущим роликом были комментарии, в комментариях вопрос, как продавать, если нету PayPal в стране, то есть в нашей стране не работает PayPal на прием. Такие же вопросы были и в личку, кроме комментариев. И вот теперь сегодня я вот покажу один сайт, который в принципе перестал работать с PayPal, потому что PayPal, как мы знаем, слишком много на себя взял. И вот этот сайт называется Buy Me a Coffee. С него можно делать продажи. Сайт в основном предназначен для фанатов. Фанатов музыкантов, художников, разных креативщиков, но на нем также можно делать подписки. Я знаю, то есть нашел человека, который просто курсы продает через этот сайт. А вот совсем недавно, буквально, там, может, пару месяцев назад, они добавили функцию, которую в принципе превращает вот этот сайт в онлайн-площадку для торговли. То есть, если раньше это было просто для того, чтобы поддерживать своих кумиров, скажем так, или подписаться на какие-то объявления. Вот есть человек, у которого только подписки, он дает консультации по финансам, финансовым рынком и так далее, американец. И он чуть ли не миллионер за счет этих подписок и продажи своих консультаций. Перейдем к делу. Теперь вот я тоже создал свой профиль, свою страницу. Свой для меня это магазин. Для меня это магазин, с которого я могу продавать свои услуги, скажем так. Или товары, если у вас товар. Вот функции вывода денег. Вывод на Pioneer или Wise, или на Stripe. Stripe, он нам не нужен, потому что в наших странах он не работает. А Pioneer и Wise работают за милую душу. Сейчас у меня на балансе 14.25. Было несколько выводов денег. Вот как вы видите. Общая сумма 1105 долларов. Заработано здесь за 2 месяца. Или даже меньше. Смотрите, вот для примера я нашел вот девушку, которая просто продает свои куклы. Это ручная работа. Скорее всего, вот этот стиль ценится среди любителей вот этого жанра. Это какая-то специальная кукла, у которой есть свое, типа не Барби, а что-то другое. И что самое приятное для меня, она, так сказать, из нашей банды. Видите, это девушка Светлана, девушка или женщина. Я делаю кукол Oak Blades и шью одежду для них. Вот она использует этот вот вариант для продажи своих товаров. Это то, что я говорю, что началось совсем недавно. Они называются экстрас. Вот экстрас, их раньше не было. Вот этой функции не было. Вот через эти экстрас продаешь, просто продаешь то, что хочешь. Это может быть как вот физические товары, так и не физические загружаемые товары. Это могут быть аудиокниги, могут быть картинки, могут быть
всякие файлы загружаемые, которые именно которые я сам продаю, и они мне не стоят ни копейки. То есть я не трачу на них ничего. Правда, тут уже надо, есть встроенная функция распространения своей продукции, скажем так. Она очень несложная, там один клик делаешь через Twitter, через Facebook можешь распространять. И с этих, без рекламы, с них идет трафик на твой профиль. Там на рекламу ничего тратить не надо. Идет трафик на профиль и происходят продажи. Вот один такой интересный вариант заработка. Есть видео, правда, на английском, но при желании можно там разобраться, оно несложное. Если вдруг вам интересна тема и хотите получше разобраться, пишите в комментариях, пишите в личку, постараюсь помочь начать на этом сайте. Если вопросы будут несложные, я почувствую, что там можно двумя-тремя словами помочь, я это обязательно сделаю. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.